Думаю, что вот 9 мая мог бы быть замечательным идеологическим примером и причиной для объединения с Украиной, поскольку и те деды, и наши воевали против общего врага. 9 мая – замечательный момент для того, чтобы вспомнить, кто действительно является настоящим врагом, а кто является врагом придуманным. Поэтому я вот молюсь и искренне верю, что 9 мая будет поводом вспомнить, кто мы друг другу, а мы братья. И забыть, вот, что там по документам, кому Крым принадлежит, вот, по большому счету, вот, вот мне лично пофигу, мне не пофигу на вот этих наших дедов, которые уже одну войну пережили, их осталось очень мало, и они снова видят, как детей убивают, и все это вот из-за чьих-то игрищ. Коряво.